Лёва. Кого ты сказал послушать? Говорю агрессивную музыку. Налево. Бездумный. Так, блядь, не пойму, GPS показывает налево, а навигатор говорит, поверните направо. Куда, сука, поворачивать? А, налево, понятно. О, Вовка, ты так быстро доехал? Мне сейчас ехать назад. Туда, откуда. Зачем? Ты приехал? На заправку? Ну, я понял, я сейчас развернусь просто на перекрестке и все. Блять, я очень переживаю то, что я опоздаю в сроки доставки. Не опоздаешь. Так-то ты тоже, точнее, так-то я тоже под угрозой. А, 23 часа осталось, ебать, мы успеем. Успеем? Да. Да подожди, реальных или игровых 23 часа? Игровых. В смысле? Ты едешь ущерб? Там, нет, там у тебя зеленый горит, блядь. Да еду, меня сзади в бот въебался. Нетерпеливый. Кусок говна. Вот как тут ездить, не фоткай, а поехать быстрее. Нужно будет потом отдельно без грузов просто ехать и медленно фоткать. Камшотинг пошел. Да, камшотики делать. Камшотики в ротике. Ебал это, сука, всю твою семью нахуй. Ехать то нормально, блядь, дура. Какой добрый дядя Витя. Пиздец, блядь, ёпты. Сука, я, блядь, уступаю ему дорогу, блядь, он мне уступает, нахуй. Ну, блядь, пиздец, я не знаю. Это очень знакомо. Блядь, по езжай себе быстрее, чё ты там плетёшься? Да я и так стараюсь. Тем более передо мной бот, куда я вперёд него поеду? Держите светофоре. Я говорю сразу, я больше 104 километров не смогу разогнаться, потому что у меня ограничитель стоит, я его отключить не могу. А мне интересно, поверните, у меня стоит ограничитель. Причем это не по коробке ограничение идет, это просто сам ЭБУ, блять, ограничивает, блять, обороты двигателя. Не, это кто? ЭБУ. Электронный блок управления двигателем. А. Как тебе такое? Ну, газовый. Блять. Кстати, светильник валяется. Нет, мой. Если ты уже на базе, то это мой. Да нет, он не на базе. А. Хотя, наверное, на базе. На базе. Сейчас прямо. Наверное. Я не знаю, подожди. У меня и направо стоит направо, и прямо. Это. Да, прямо. Нет, подожди. Вы прибыли. Прямо, вау, да. Я счастлив. Мне прямо. Езжай за мной, Витя. Так мне на заправку, зачем за тобой? Блять, господи, ты сразу не мог что-то это сказать, что тебе на заправку я надо ехать? Я сразу сказал, когда ты подъезжал ко мне. Ой, блять, ты не говорил мне ни разу, блять, видео свое пересмотри. Блять, а хочешь сейчас видео сохранить в качестве доказательства? Давай. Окей, сейчас дай до заправки сохраню. Да, блять, заводись ты, ёбаный. Пизду, я тебя здесь подожду. Заебешь. Уже рассветает, ёбаный бро. Да это хорошо. А мы все, блядь, территориально нахуй никуда не делись. Кто делись? Мы территориально никуда вообще не двинулись вообще. Не на метр, грубо говоря. Возможно. Туда-сюда, грубо говоря. Держитесь правее, затем поверните направо. Блять, у меня дождик уже давно закончился, а я все еще с дворниками катаюсь. Я себе отпускки везу. Витя, я тебя жду, вот где большие такие развязки мостов. Ага. Блять, а где платок? Куда идем? А, все понятно. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Блять, у меня прям бревна так охуительно расположены. Я почему-то вспоминаю пункт назначения.
Когда возможно, развернитесь. Еще по полицейскую машину назад. Изменение маршрута. Расчет нового маршрута. Есть маленький прикол, на платформах никогда бревна не берем. Развернитесь, когда будет возможно. Да? А? Но есть исключение в виде одного или двух бревен. Ну или трех максимум. И то закрепленные, по-моему, если не изменяет память, три, что ли, это самой линии. Не цепи, а именно вот этой, как там называется, этой тканевой стяжкой. Как я ровненько встал, прямо, прям вкусно. Поехали. Нихуя я буксую тут. Ну, заводись. Вот теперь я к вам. Едешь, что ли, наконец-то? Ну, как еду? Тащите, блядь, на самом деле. Затем да я не только наверх. Про тебя, блядь. А еще тут про Соню. За Соню. Поверните налево. Со мной, короче, одна девочка. Ну, я как стюард еще подрабатываю иногда, когда время есть. Там есть одна девочка, которая просто так всем жопы вылизывает. Блять, это пиздец. Вот она была с одним старшим, грубо говоря, там из стюардов. Вот там девочка, они с ней там прям так хорошо дружили. О-о-о. Потом она, вот эта вот девочка, уехала в Турцию на неделю. Там на ее место поставили там какого-то паренька нового. Она ему подлезать успела. Трогай, Вова. Блять, опасно лесовоз увидеть в левом ряду, нахуй. Почему? Ну, сам подумай, логически. Как оттормозиться, так все бревна через кабину пролетят. Да. Какой тут красивый длинный мостик, а ой. Поэтому иногда в этих целях, блять, ставят защиту перед кабиной сзади, на раму. Какой-то стадион впереди нас. Пизда, нахуй, колодка. А, блядь, нихуя я сейчас экстренно торможу. Блядь, у меня аж прицеп, нихуя себе. Это не стадион, ведь. А что это? А хуй его знает. Справа. Справа? Да, мы уже проехали его уже. А, справа стадион, я думал слева. Я все поражаюсь в физике, нахуй. То, блядь, грузовик в мокрую погоду может занести, а тут у меня прицеп, блядь, занесло, нахуй. Я себе. Что на встречке нахуй никого не было. Я сейчас вот не собрал. Что это за город мы проезжаем? Что за город справа? Я не знаю. Нет, а порт вон там справа. А. В правую полосу крайнюю перестраивайся. Ага. Держитесь правее. О, я на Салем еду. Блин, вот. Китайские это развязки по сравнению с этими просто нахуй рядом даже не стоят. Они хуже в Китае, что ли? Ну там голову повернешь, у тебя уже голова загрузится, потому что там над тобой четыре дороги, блядь, будет. Тихо-тихо. Да китайцы, блядь, что и японцы, там пиздец у них реально развязки. Витя, ты чё это в бок пристроился? Здесь сейчас сужение, блядь, съёбывайся давай. Уже.
А, что ты делаешь, кончик ебаный. Я карту, к сожалению, не могу открыть, но я надеюсь, я... Наем, нажми, у тебя откроется эта прозрачная карта. А, кстати, Вить, подожди, притормози, давай механика подождем. Так его он туда едет, в обратную сторону, заебемся ждать. Нет, он в жопе у нас, по нашей же дороге едет. Механик, ты за нами едешь? Естественно, я взял же все-таки груз. А, ну сейчас тогда, мне нужно время, чтобы перестроиться, то что справа не дают. Держитесь. Да вон в Салем впереди, сейчас перестроюсь. После съезда тогда. Эй, батя медленно ходит. Дождик идет, да заебали вы с этим дождиком. Тямьем. Блять, движок вроде не самый такой дешманский. Ой, блядь, что дворники вышел снова. Так, торможу. Хуя я разогнался, блять. Ну-ка, что там дальше? Ну вот до туда протянусь накатом. Так, Витя уже рядом с нами. Кто впереди, кто сзади? Я сзади. Не знаю, мне как-то похуй. Ну ты, значит, в центре поедешь. Или спереди. Я медленно буду ехать, потому что я, блядь, во-первых, мышью управляю, во-вторых, меня, блядь, чуть не кувыркнуло сейчас, блядь. Ну давай тогда ты вперед. Я забыл, что они здесь реализовали такую хуйню, что если у тебя грузовик имеет маленькую раму и не сильно нагружен, тебя может прицеп нахуй унести с дороги, блядь. Так, окей.